Сепаратизм офлайн. Власти Испании заблокировали более 140 сайтов в поддержку референдума о независимости Каталонии. Работу этих ресурсов остановили после резолюции Высшего суда Каталонии. Об этом сообщают испанские СМИ. Заблокирован и сайт Национальной ассамблеи Каталонии. Ранее гражданская гвардия Испании закрыла ресурс, на котором после регистрации можно было узнать адрес участка для голосования и распечатать бюллетень.